Дорогие коллеги, Дмитрий Каждан вновь приветствует вас. Значит, сегодня я хочу вам рассказать о расческе 254. Как вы догадались, это расческа для тушевки. В чем ее особенность? Ну, первая особенность данной расчески, то, что она очень хорошо гнется. Вот. Для мужских стрижек, я могу сказать, это очень важно, когда мы идем по форме головы, когда мы тушуем, да, нам очень важно, чтобы расческа также гнулась по форме головы. Есть такие деревянные расчески, которые, знаете, совсем они очень такие из плотного пластика, которые вообще не гнутся и не повторяют контур формы головы, когда нам это очень нужно, в частности при тушевках. Вот, данная расческа бывает разной цветовой гаммы, то есть вот у меня, к примеру, розовая, есть еще более прозрачная, такая белая, есть еще, по-моему, золотистая, да, золотистая еще есть. Вот, ну, я остановился на вот таком вот розовом цвете. Мне хочется в мою коллекцию расчесок добавить немножко розоватых расчесок. В моей коллекции как-то особо розовых расчесок нет, но вот одна из них есть, и одна из для тушевки. Очень удобно тушевать, значит, смотрите, очень тонкий обушок, смотрите, видите, какой тонкий. Вот, всем рекомендую данную расческу иметь у себя в арсенале. Почему? Потому что, если вы, к примеру, даже женский мастер, и к вам придет какая-нибудь девушка с очень короткой стрижкой, вы же ей не сможете отказать, а там нужна именно как раз будет тушевка в данной короткой стрижке, и нужно свести на нет. Поэтому данная расческа вам будет необходима. Можно, конечно, и обычной свести, классической, да, расческа тоже будет хорошо. Ну а вдруг она скажет, вот я хочу прям совсем-совсем там чуть ли не мужской затылок, короткий-короткий там, вот, то данная расческа, конечно, вам будет здесь как раз кстати. Вот, значит, пластик тут тот же самый, все то же самое, и очень хорошо гнется. Тут ключевые моменты, вот даже можно вот и так вот, видите, гнуть, вообще ей хоть бы кны. Главное, ну, там, сильно не перестарайтесь, конечно, не совсем такое, не ломайте, не гните, а то были товарищи, которые прям гнули-гнули и согнули, что она сломалась. Вот такой маленький обзор о расческе, который бы я вам хотел рассказать сегодня. Расческа 254, повторяюсь. Всем советую, всем рекомендую. Всем точных стрижек, хорошего настроения, хороших клиентов. Всем пока.